Добрый день, Челоды. Пасека, Ярик. Значит, вот у нас новое событие. Значит, мы переехали с улицы Гагарина на улицу Промышленная, дом 8А. Мы в новой мастерской. Почему мы это сделали? Потому что, значит, рекламное агентство съехало с этого помещения. Вот оно занимало такое помещение. Московская фирма. Говорят, что это структура мэра. Быстро как-то они съехали тут. Непонятно. Значит, вот такое помещение. Метров. Такое довольно хорошее. Значит, работы здесь предстоит очень много. Здесь вот это помещение будет пивоваренное. То есть мы теперь под одной крышей, можно сказать, если эта крыша нужно назвать, в одном здании. Мы не в здании, за зданием. Значит, в пристройке. Довольно тепло здесь. Я в одной майке, футболке. Значит, пивоварня у нас находится вот здесь. А здесь стоят ЦКТ. Здесь будет стоять ЦКТ. Здесь временная раздевалка. Ну, это все будет полу делаться, плиточка все делаться. Это будет история, этот видео. Здесь они решили, ребята, комнату отдыха сделать. Переодевалку, раздевалку. Обедню для всех, разумеется. И столяром цех. И работников пивоварни. Это наследие еще сервиса. Так что мы его расставим. В любой момент можем, как говорится, продать. Он есть наследие еще сервиса. Это наш домкрат, который снимает павильоны, грузим. Здесь, вот здесь будет начало холодильника. Вот будет холодильная камера. Здесь будет два входа. Значит, с холодильника из камеры будет, значит, выход здесь. Там будет цех погрузки, но, возможно, может здесь. Но основное помещение будет наше. Вот ребята приехали за неделю. Расставляется. Расставлялись они ровно один день, вчера только, наверное. Потому что делали рекламу. Я покажу. Значит, делали рекламу. Значит, здесь тоже выход есть. Выход на второй этаж, на офис. Это вход тоже в нашу пивоварню. Но мы не пользуемся. Там запасной выход есть. Я где-то ключи. Полы, конечно, здесь никакие. Это единственный минус. Единственный. Значит, там на территории пивоварни есть туалет, душ, раздевалка такая в упаковочном цехе. Но будет она вот здесь. Значит, вот этот весь хлам нужно вывозить. Все вот это. Еще поедет на дрова, поедет куда? На помойку. Так что вывозить еще много надо. Умывальник нам не нужен. Ребята, которые мылись там. Условия здесь шикарные. Ну, кроме полов. Полы, конечно, мы делать будем за свой счет. Вот здесь. Здесь, наверное, делать просто-напросто не будем. Потому что слишком дорого. Здесь он козырек какой-то в здании. Надо его отдалбливать, мешать будет. Значит. Ну вот такое здание. Нам есть над чем работать. Значит, обустраивать. Надолго ли мы здесь задержимся? Года на 2-3, возможно. Значит, почему? Потому что пивоварня растет.
ЦКТ прибавляется, реализация идет. Вот у нас такой еще бонус. Прихожая. Здесь у нас будет стоять машина грузовая, развозка пива. Соответственно, специализированная. Ну, как говорится, для себя мы будем строить столярно-слесарный цех. Потому что кроме еще столярки, мы планируем заниматься изготовлением. То есть специализироваться на железе. Потому что столярка все равно, как говорится, не такая прибыльная вещь, как кажется. Есть, как говорится, наработки, есть спрос, значит, будем вкладываться. Есть у нас еще небольшие задумки, но все покажем со временем. Ну, вроде все, наши пресс-формы даже там стоят, лить здесь прекрасно, помещение позволяет, градусов достаточно, если в футболке я хожу. Вот. Это наша пресс-форма, еще не продана. Значит, надо еще делать пресс-форму на шестирамочник. Вот. На все нужны деньги. Ну, будем работать, будут деньги. Что скажу. Хорошо. Вот еще ноги на павильоне осталось. Так что вроде все. Все, всем пока, до свидания. А найти нас еще проще. Такой указатель 300 метров. Здесь дорога вообще отличная. А здесь дорога немножко плоховатенькая. Ну все, всем пока.